Что? Серьезно? Soviet commanders are meeting at Davialo Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Good luck. I've sent the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. Target. Caution. Sandstorm approaching. Stay. Analysis complete. Stay. Is that him? The map has been updated. That's the target. Looks like we found him. Enemy presence detected. The map has been updated.
clouds approaching. Is that him? Take a good look at their faces so we can ID the targets. The map has been updated. That's the target. Analysis complete. Алексей, Михаил, капитан, спасибо, что проделали столь долгий путь. Не за что. Я хотел побеседовать с вами с глазу на глаз. Попросить совета. Переговоры можно послушать что угодно. Да, да. Слушай, шпионов, да, в том месте не подпускаем. Противник обставлен нас по всем статьям, а мы даже не знаем, где он прятался. Самый важный вопрос на повестке дня. Рапорты о пропавших бойцах. Мы думали, что они дезертируют. Нет, пока это только теория. Скорее всего, солдат похищают душман. Выпытывать из них информацию. Это зверьё. Если это будет продолжаться, мы его дух сильно упадем. Психологическая война. Я хочу ударить по их главной базе. Но пока мы можем только латать дыры подкреплений. Значит, к нам перебрасывают подкрепление из России? Точно так. Нашему батальону отдадут приоритет при распределении новобранцев. Ваши ванпосты тоже усилят. Вы сможете ударить по врагу гораздо сильнее, когда ваши люди его обнаружат. Это воодушевляет, капитан. Остается вопрос. Как противнику удалось похитить стольких солдат и не засветиться? Они нажили о том, что... как один солдат... дал. Его привязали к воздушному шару. Воздушный шар? Это какое-то новое оружие Запада? Не придавайте большого значения слухам. Факты помогут нам найти решение. Товарищ капитан, разрешите мне внести предложение? Разрешаю. Это ни в коем случае не решит нашу проблему, но я бы установил мины на наименее защищенных отрезках периметра. Это, по крайней мере, помешает противнику. Да. Мины можно прикрыть слепые зоны, перелески, а также тропы, ведущие в обход аванпостов. Именно. Разрешаю. Понять. Спасибо, товарищ капитан. Я отдам приказ установить мины, как только вернусь на базу. Я тоже отдам такой приказ. Хорошо. На сегодня это все, товарищ. Как можно скорее зайти с минным заграждением. Враг не дремлет. Будьте начеку. The map has been updated. Понял. Усилить безопасность. Повышенная боевая готовность. Конец связи.
arrived at mother base. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Mission complete, and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Updated. Ah, we're good.